Онищенко отверг возможность экстрадиции из Испании. Нардеп заявил, что экстрадиции нет. Народный депутат, фигурант газового дела Александр Онищенко отверг любую возможность экстрадиции из Испании, где ему предоставили политическое убежище, в Украину. Об этом он заявил в комментарии «Украинской правде». Экстрадиции нет. Люди, у которых политическое убежище, их дела рассматривают в той стране, которая дала это убежище. Поэтому меня судить будут тут, и приговор будет тут. Это единственный мой шанс защититься, сказал Онищенко. Нардеп также отметил, что уверен в своей правоте и не боится суда. Газовое дело Онищенко. Задержан подозреваемый. Ранее сообщалось, что Испания дала старт экстрадиции Онищенко. Такое решение обнародовал прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры при рассмотрении дела Онищенко в Соломенском суде 1 декабря. По материалам сайта news.com.